Конференция межкультурной коммуникации за многие годы существования стала символом всех лингвистических школ, которые занимаются изучением русского языка и связанных с ним дисциплин. 25 апреля на базе Таврической академии в очередной раз стартовала международная научная конференция «Межкультурные коммуникации. Русский язык в современном измерении». Конференция межкультурной коммуникации была начата, так скажем, 15 лет назад. И это было связано с основанием кафедры межязыковых коммуникаций и журналистики. С тех самых пор каждый год мы ее проводим. Векторы научных измерений остаются различными. Мы определяем их в связи с актуальными вопросами языкознания, этнолингвистики, лингвокультурологии, межязыковых коммуникаций, литературного дискурса, компьютерных технологий, методики преподавания, многого другого, то, что сопровождает научное измерение в современном мире. И, конечно, для нас очень важно, что эта конференция получила одобрение различных научных школ России и близлежащих стран. И поэтому мы рады приветствовать на конференции представителей этих школ в лице известных профессоров и их научных учеников. На пленарном заседании конференции слушателям был представлен широкий спектр таких лингвистических исследований, как современная картина мира, русский язык как фактор формирования региональной и общегражданской идентичности, дискурсивная личность как междисциплинарный объект исследования, русско-крымско-татарская интерференция вчера, сегодня, завтра. Я считаю, что сохранить надо крымско-татарский язык не потому, что культура и язык любого маленького народа представляет общемировую ценность. Это мировая ценность, сокровищница всей мировой культуры. Но и потому, что крымско-татарскую культуру можно оценить еще в рамках экономической ценности. Потому что крымско-татарская культура – часть Крыма и является своеобразной визитной карточкой Крыма. Ну, каждый год, приезжая на вашу конференцию, всегда выносим что-то новое. Новые тенденции, новые проблемы, которые помогают потом в работе и наших аспирантов, и наших преподавателей. Поскольку я представляю Кубанский регион, и у нас свои проблемы, у вас свои проблемы, а вместе у нас какие-то общие темы, над которыми мы работаем. Поэтому эта конференция нам кажется обязательной, мы каждый год пытаемся на ней участвовать и участвуем. В этом году впервые в рамках конференции пройдут Дни академической мобильности студентов, на которой ведущие преподаватели и культурные деятели Крыма поделятся знаниями и интересным опытом. Для студентов это будет отличная возможность получить новые знания за пределами учебного процесса и показать свои достижения. Данное мероприятие очень значимое для наших студентов. Каждый студент может услышать что-то новое для себя, почерпнуть много новых знаний от различных преподавателей, и не только преподавателей, а людей науки, скажем так. И я считаю, что данное мероприятие для непосредственно не только для нашего факультета, но и для всего университета – это хороший показатель того, что люди стремятся к образованию, люди стремятся к высокому уровню образования, и такие мероприятия нужно проводить. Международная научная конференция «Межкультурные коммуникации. Русский язык в современном измерении» продлится до 27 апреля. В завершении студенты получат сертификаты о прохождении дней академической мобильности.